студент второго курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ханмагомед Рамазанов стал серебряным призером международного рейтингового турнира под тхэквондо. О том, как далась ему победа и не только, в нашем сюжете. Турнир по тхэквондо – важный этап отбора к чемпионату Европы. Второкурсник ИФМИП Ханмагомед Рамазанов завоевал серебро международного турнира в Турции, где занял второе место. Он выступает в весовой категории до 68 килограммов. Спортсмен также готовится принять участие в международном турнире по тхэквондо Russian Open и во Всемирной летней универсиаде в Китае, где он планирует выступить в составе сборной КФУ. Благодаря вот этим турнирам сейчас будет гонка к чемпионату Европы, будут отбирать тех, кого хотят забрать. Планирую поехать на турнир в Австрию и в Голландию в октябре и ноябре, соответственно. Напомним, ранее второкурсник завоевал третье место на чемпионате России по тхэквондо среди мужчин и женщин, который проходил в городе Одинцово. Он провел 4 боя, 3 из которых выиграл. Елизавета Никитина, Радмир Сафиуллин, Универньюз.